Продолжаем выпуск. В Актобе мать, погибшая в лифте. Айзат Абдисамат требует наказать виновных. Айшат Улемисова уверена, что причиной трагедии стала преступная беспечность работников КСК. Как продвигается расследование этого громкого дела и в каком состоянии сейчас кабина смерти, расскажет Эльмира Ержанова. Айшат Улемисова признается, что только сейчас, после трагедии, собирается с мыслями. Со дня гибели 27-летней дочери Айзат прошло уже 40 дней. А следствие топчется на месте, говорит безутешная мать. Следователь сказал, что проверки займут еще месяц. Председатель КСК Кенен Жанабеков говорит, что ни в чем не виноват. Тогда кто в ответе за смерть Айзат? Айзат Абдисамат входила в лифт следом за трехлетней дочерью, когда ее зажало дверьми и подъемник начал движение наверх. Остановился на втором. Травмы Айзат оказались несовместимы с жизнью. Лифт за несколько дней до трагедии якобы ремонтировали. Просто вручную провода кое-какие соединили и так оставили. Это нам сказали в тот день сотрудники МЧС, сразу после проверки. Соседи подтверждают слова матери погибшей телеведущей. Старый подъемник часто ломался, люди просиживали в кабине часами. Сегодня лифт, в котором оборвалась жизнь молодой женщины, все так же стоит на втором этаже. Все те же желтые ленты на нем, двери открыты. Дети могут упасть в лифт этот. Смотрите, поставили деревяшку, и все. Нам страшно здесь жить. За детей боимся. В ответ на эти претензии председатель КСК Жанабек Сервис посоветовал жильцам присматривать за своими детьми. Что касается лифтера, который якобы чинил лифт, то оказалось, что договора с ним не было. А значит, и взятки гладкие. Мы договорились, а в конце концов вот такой случай, и он отказался от этого всего. В ДВД области сообщили, что ждут результаты технической экспертизы. После страшной гибели Айзат Абдисамат в Актобе проверили все лифты и выявили 149 потенциально опасных подъемников. Еще 22 в аварийном состоянии. Лифты отключили, а людям предложили взять новые в кредит. Средняя стоимость каждого около 9 миллионов тенге. Эльмира Ержанова, Слыхан Бекенов, Информбюро, Актюбинская область.